Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Нахожусь я на Т-образном перекрестке возле здания горисполкома. Вот вы видите где. В начале недели Дмитрий Кусторов выставил пост на Фейсбуке, который я поддержал, о том, что здесь происходит нарушение правил дорожного движения. В частности, сзади меня, видите, вот там стоянку организовали, стихийная стоянка. Мотивировка такова, что ставить машины как бы негде. На следующий день после этого поста здесь была полиция. Около суток эта полиция здесь пыталась наводить порядок, составляли протоколы. Но результат вот такой вот. О чем это говорит? О том, что полиция создала видимость деятельности, отработала как бы свою зарплату, но в результате порядка как такового здесь так и нету. Не было уже ни один год. Я неоднократно отсюда делал репортажи, но все, а воз и ныне там. Но вот, к сожалению, вот так работает наша полиция, вот такие вот результаты работы за деньги налогоплательщика. Всем хорошего настроения!